Всем огромный привет! Сегодня заходили в магазин Fix Price. Заходила я туда, мне нужен был кухонный коврик. И купили так по мелочам. Купила я вот такой вот контейнер. Стоит он 55 рублей. Емкость для холодильника и микроволновой печи 1,6 литра. Использовать микроволновые печи только для разогревания пищи с открытой крышкой. Вот такой вот контейнер. Здесь он закрывается. Если нужно, можно его открыть. Здесь вот такие вот сквозные дырочки. И удобная открывашка. Так, для салатиков сейчас это актуально. Такие вот контейнеры. Так, взяла вот такую вот меламиновую губку по 51 рублю. Знаю, что в Галмарте она дешевле, но до Галмарта далековато нам ехать. Здесь две штучки по 51 рублю. Также зубные щетки вот такие вот взяла. Здесь три штучки по 99 рублей. Мне нравится в щетках, когда есть вот такая вот резиночка для чистки языка. Взяла это от марки Colgate. Такие зубные щетки. Также Леша мне взял вот такую вот мочалка японская, ему такая нравится, по 55 рублей. На кассе уже взяла вот такой вот укрепитель для ногтей, 51 рубль стоил вот это вот средство, вот такого голубого цвета. Так, ну и вот зачем я ходила в Fix Price. Это у нас набор кухонный, коврик для посуды 40 на 45 и тряпка для уборки 30 на 30. Вот такая вот тряпочка для уборки и вот такой вот коврик. Ну, все, наверное, их знают, для когда посуду помыл, чтобы впиталась водичка. Вот такая вот расцветочка была, там еще другая расцветка, такая яркая, прям насыщенно взяла вот такую вот. И то еле как их нашла, потому что там висели, знаете, такие маленькие, тоненькие. Такие мне не нужны. Вот взяла вот такую вот, она и потолще. И стоила 99 рублей. Также сестра меня попросила взять племяннице колготки, потому что у них там дефицит колготок. Так, на 7-9 лет взяла. Вот такие вот розовенькие и вот такие вот серенькие. 99 рублей две пары взяла. Также взяла наклейку. Искали мы Деда Мороза и нашли. Вот такая вот наклейка по 77 рублей. Вот такой Дед Мороз с подарками, с мешком подарков идет. Такая вот она большая. Хотим повесить его на входную дверь, чтобы выходить и радоваться, чтобы соседи у нас тоже видели и смотрели. Ну и, конечно, для себя, чтобы было у нас новогоднее настроение. Так, также у меня Леша взял вот такой вот, это у нас тренажер гироскопический эспандер. Компактный, можно всегда носить с собой. 99 рублей. Я вставлю вам сюда видео, как он выглядит и что из себя представляет. Вот такой вот. Так, и взяли чехол на унитаз. Ну, все, наверное, знаете, вот такие вот чехлы продаются по 55 рублей. Вот такой вот чехол, он идет с замочком. Такой вот, нас попросили взять, вот купили такой вот чехол. И взяли вот такой вот коврик преддверный, вот такой вот коврик преддверный, 99 рублей, резиновый, 40 на 60 сантиметров. Он очень так пахнет, ну, с такими пупырышками здесь. Сейчас нужно его будет проветрить, а потом уже застелим его.
Ну, вот такие вот небольшие были у меня покупки в фикс прайсе. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и будет больше видео. Всем пока-пока!